отмечает сегодня влог. 22 августа, день российского флага. Сейчас проходит флешмоб, их построение. Ты можешь их снять. Вот. А мы вновь снимаем для канала Досуг в Акане. Что здесь так все серьезно, вы не скажете? Саша, привет, как дела? Как дела? Ой, хорошо. Я даже машину с утра мыла и замерзла. Но она уже не мытая далеко, не чистенькая. А что здесь делают? Так выставляют ровно-ровно машины, да? Да, выстраивают. Сильно надо прям ровно, да? Да, ну там же это же будет по федеральному каналу. Даже так? Да. Ты сегодня что, влогство не снимаешь? Да. Понятно. Что ты скажешь по всей мероприятию? Я еще пока не могу понять, что будет происходить. А, ну красиво! И красных машин больше! Сейчас проверим, какие машины кричат. Посмотри, красный, 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 красный. Ну смотри, да. Они все побежают еще. Ну я думаю, все равно красный будет. Я сегодня в команде красных. Россия священная наша держава. Россия любимая наша страна. Машин реально много. Фотка с байкерами есть. Сейчас мы всей нашей командой едем на гору Любим. Мы приехали. Здесь уже все встали. Я думаю, мы приедем с самого начала, когда они только будут устраиваться. В итоге, короче, ну, мы опоздали. Жизнь такая, если честно. Вот, сейчас быстренько встанем, запишем концовочку. Вот. Мы приехали на гору любви. В народе обрезаны... Есть такие слова. Еще раз. Все я пополам с тобою разделю. Есть весь флешмоб. Тут будет с гироскутером все. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится родина, как монолит. Горниле победы сегодня как старь, опять закаляется родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия. Привет. А знаете, что дали нам? Ленточки.
Все такие ножки фотогеничны. Сидим в досуговом бокане. Нам выделили комнату. Уже давно-давно. Да. То есть мы можем по тебя обделать? Ну, что захотим, может, и сделаем с ним. Да? Я могу сделать это как моя студия? Ну. Вот. Это супероператор, который первое время не умел ставить, короче, фокус. Сегодня я его научила. Сейчас вам покажем супер обзор на наши апартаменты. Ну, ноги волосатые, фотогеничные, красивые. Вот, только что зажила видео с Дня города. Сейчас будем делать для канала сегодняшнего флешмоба. С каким лицом нужно выбирать покушать? Вот, мы тоже заказали покушать. Сейчас подождем. Потом сделаем видосик. Зальем его. Обожаю, когда люди смотрят на мой чехол. Уточки рулят. В Абакане очень странная погода. Вот знаете, сначала я одела шубку, было холодно. Выскочило солнце, стало жарко, что я такая... Сейчас пошла без куртки, в итоге мерзла. Вот сейчас стопудово, пока я снимаю, придет курьер. Всем привет, я Наташа, это новое видео для моего канала. Сегодня разговорчики, у меня новая локация. Да, я сижу в досуг Абакане, теперь у меня своя комната для съемок. Такая типа классная. Я благодарна за то, что ты скинул ссылку, за то, что Игорь меня принял в свою команду, за то, что я теперь в команде, это вообще мега круто. Завтра мы едем в Красноярск, чтобы в Красноярске с красивой сусочкой. Я себе делала вчера ногти до 2 часов ночи, они, конечно, получились мега говняные. Я просто делала 2 часа ночи, сегодня я встала в 7:30. Ну, скрывайте, правда, я встала в 9:30, но я встала в 7:30. Короче, спала примерно 5.5 часов. Ну, такое. Сейчас вам скажу, сколько подписчиков на моем канале, плюс 5 подписчиков. На моем канале теперь 175 подписчиков. И я благодарна вам за то, что вы сделали подписочку. Поэтому подписывайтесь еще на мой канал, ставьте мне лайки. Можешь сказать про кухню пикника? Такси, да, если честно. Мы заказали теплый салат с телятиной, чесночные гренки, лапшавок с курицей и портабелло. Самое нормальное это были чесночные гренки и пицца, но она тоже не такая себе, поэтому как бы мы съели вот так. Вот. И я как бы из лапши только курицу все достала. А он съел всю телятину своего салата. Еще Игорь мне дал камеру подобие GoPro, и в Красноярске я буду на нее снимать влоги, и это круто. Настоящий пацан. Хей, ребята, я не сняла концовочку сегодняшнего видео, но видите меня в шапке, очень модную, потому что я мерзну. Сейчас придет Влад, мы с ним еще прогуляемся. Все, спать. Ставь пальчик вверх и подписывайся на мой канал.